Думаю, если говорить о личностях непосредственно, да, о вам и Владимира Владимировича Путина, конечно, я как человек из России, я буду говорить, что Владимир Владимирович это, ну, да я не просто буду говорить, а просто я считаю так, что Владимир Владимирович это тот человек, который Россию вывел на тот уровень, на котором мы сейчас есть. Нас уважают, с нами равняются, нас боятся. А с нами пытаются соперничать, пытаются там что-то перетягивать одеяло на себя и так далее. Но тем не менее, мы остаемся, как я считаю, в лидерстве и на высоте. И как бы ни пытались бы нас наклонить и так далее, да, это не получится. Владимир Владимирович — это безумно умный, талантливый человек, который, я уверена, Россию выведет еще и не на тот уровень. И Владимира Владимировича во всем мире знают. И тут даже, знаете, неважно, кто как относится, но факт того, что он сделал, налицо. Поэтому, наверное, если бы они встретились просто в обычной жизни, да, Обама и Владимир Владимирович, ну, возможно, здрасте-здрасте, до свидания. Тут все-таки их обязывает непосредственно правительственное и политическое управление стран общаться, сотрудничать и так далее. Но что касаемо Обамы, ну, он наверняка тоже для своей страны великий человек, большой и так далее. Но все же мы живем в России, и наверняка мы будем поддерживать, конечно же, своего лидера, да, и будем любить своего лидера. Я лично голосовала за Путина, мне нравится он и как личность, мне нравится то, что он сделал, мне нравится страна, в которой мы сейчас живем. Да, конечно, хочется лучше, но не все сразу. Но, тем не менее, у нас сейчас есть все в магазинах, мы можем что угодно купить, поэтому это очень здорово. Если говорить о них, кто важнее, кто не важнее, наверное, здесь невозможно это сказать, и они просто важны каждый по-своему, да?